Премьера 7 февраля 2021 года. Закаты и рассветы. Сюжет из 4 серий. После того, как сестра Полины увела у нее жениха, девушка разорвала отношения с родными, да и мужчин к себе больше не подпускала. Она сделала прекрасную карьеру адвоката, у нее роскошная квартира, дорогая одежда. Но все это не заменяет счастье. Однажды случается беда, мама звонит Полине в слезах, пропала сестра Арина, полиция отказывается искать. Чертыхнувшись, Полина едет в город своего детства, взбодрить тамошний УВД. Полиция принимается за поиски и вскоре находит тело Арины. Главный подозреваемый, ее муж, тот самый, которого она когда-то отбила у Полины и с которым как раз разводилась. Полина не верит в виновность Бориса и соглашается стать его адвокатом.